Необычный преподаватель появился в IT-лицее в казахстанском городе Костанай. Очень умный и не очень строгий. Зовут его Ай, и он робот. На казахском языке Ай преподает ребятам уроки астрономии, но оценки не ставит. Для этого на занятиях присутствует учитель. Лицей Азат – необычное место. Здесь дети обучаются по обновленной системе. В школе есть доски, которыми управляют с помощью компьютера, кабинеты 3D-моделирования, кружок по киберспорту. В этом году в лицее появился не только робот Ай, но и его друг Ти. Он стоит на входе и приветствует посетителей. Когда мы первый раз увидели роботов, были очень удивлены. Такие роботы есть только в нашей школе. Ай не только преподает, но может двигать руками, потанцевать, даже смешные истории может рассказывать. Для поступления в лицей школьнику надо быть старше 12 лет и пройти экзамен. Сейчас здесь учатся около 150 одаренных ребят.